Переходный возраст, буллинг, первая влюбленность. Если хотите окунуться во времена школьных драм, открывайте первый сезон сериала «Плакса» с Никой Жуковой и Ваней Дмитриенко в главных ролях, чтобы еще раз поднять важные для детей и взрослых темы. Прошла презентация официального саундтрека кинокартины. На сцене выступила та самая группа «Плакса», созданная героиней Машей, которую играет Ника Жукова. Актриса признается, что ее заслуги в школе не раз принижали. Вот и после выхода сериала многие обвинили девочку в получении роли благодаря связям. Однако Сергей Жуков, как заботливый отец и продюсер с опытом, в профессионализме дочери не сомневается. Ника на полном, абсолютно, на полном серьезе с самого начала до конца проходила те же самые пути, что и все другие наши актеры. Все кастинги до единого, и на каждом она была даже больше, чем все другие. То есть она была на всех, потому что я просил, чтобы она смотрела, училась, видела, впитывала и так далее. Поддержку юной актрисе дарят и коллеги поопытнее. Их творческий дуэт с Ваней Дмитриенко сложился удачно. Ребята нашли общий язык в музыке, однако поначалу было непросто. Когда я его увидела, я очень испугалась, думаю, а что ему говорить? Нам играть любовь, а что? Привет? Ваня Дмитриенко в школе отличался детскими выходками. Был настоящим борцом за справедливость, как и его герой из «Плаксы». В какой-то момент я встал и говорю: Вера Ивановна, если вы хотите, чтобы мы сдали экзамены, я считаю, вам нужно нас поддерживать, а не чморить нас каждый урок. Я говорю, если вы реально хотите, чтобы мы не опозорили школу, а уж тем более вас, то начните нам говорить, что мы хоть что-то знаем, а то мы и вправду думаем, что мы ничего не знаем. Хлопнул дверь и ушел. Всем школьникам актеры сериала рекомендуют бороться с буллингом, не зацикливаться на хейтерах и, напротив, лучше смело идти вперед к своим мечтам. А в поддержку даже обещали снять второй сезон проекта.